M1 Global presents. Начало первого раунда. Александр Черкасов против Рустама Караева. Очень похожи по антропометрии, оба рослые достаточно для своего веса, худые. Ну, Рустам опять занял центр реджа. Ох ты, есть, сильно повезло Александру. Сейчас, вот, сейчас можно добить, вот. Левый боковой, колено. Все принимает на себя Александр, пропускает соперника в маунт. Да, маунт. Здесь уже можно сделать все, что угодно. Выходить на болевой, бить. Обратный треугольник. Вот. Красивый прием, если получится. Думаю, пойдет у Рустама. Его превосходство здесь. Да. Сильное превосходство. Я думаю, что это будет досрочно закончиться. Все, я думаю, не выйдет оттуда. Александр уже сильно взял слишком. Так, там уже начали раунд силы очень терпит, много. Александр, терпит, да. Сейчас еще будет комбинировано, видимо, руку брать на болевой. Можно и руку, да. Да, здесь уже безвыходная ситуация, и рефери может просто остановить бой, потому что спортсмен просто не защищает. Александр, я сейчас сильно взял его. Да, сейчас на морально волевых держится. Пытается еще контролировать руку соперника Александр. Да, да. Душит этой рукой, пытается. Рустам. Ну, здесь очень внимательно нужно быть Виктору Корнееву, чтобы не заснул Александр, потому что нельзя, главное, передержать. Если человек заснет, если передержать лишнее время, то там будет... Все, сдается. Да. Сдается. Александр, ну, вполне все. Уважаемые друзья, поединок продлился 1 минуту 41 секунду в первом раунде. Техническим нокаутом победу одержал боец в красном углу рейджа Рустам Караев, Fighting Eagle. Да, что-то окончательно мы запутались, откуда же Рустам Караев. То ли он из Fighting Eagle, то ли он из Ингушетии. Не знаем откуда, но... То ли из Дагестана, все-таки из Дагестана, скорее всего.